24 жовтня виповнилося б 70 років Віктору Євгеновичу Прокопенку, одному з найяскравіших, найкращих тренерів в історії українського футболу. І всі люди, які знали Віктора Прокопенка, завжди казали, що він завжди був дуже веселий, що в нього був неповторний гумор. Він мав можливість розказати купу історії з життя тих людей, які йому зустрічалися на шляху. Ну і про футбол вирішив трохи піти навпаки і зустрітися з тими людьми, які з ними працювали, і послухати від них історії. Тарас Малий збирав от якраз ці історії. В 68-му году он играл в скромной команде «Винницкий Локомотив». Я играл за «Черноморец», он играл за «Винницу», центр форвард. Он в этой игре забил мне два мяча и произвел очень хорошее впечатление. И тогдашний наш тренер Сергей Шапошников пригласил его к нам в команду. С тех пор мы связаны, где бы он ни был, где бы он ни играл, куда бы нас судьба ни бросала. И у нас был друг Федерации футбола Советского Союза в международном отделе. И мы с ним договорились о том, что если в Федерацию приходят приглашения на турниры из экзотических стран, он нам будет в первую очередь пересылать. За вот эти 10 лет, что мы были в команде, мы, наверное, раз 8 ездили в экзотические Шри-Ланка, и Маврики, и Таиланд несколько раз на кубок. Витя очень любил загорать, и вот часто я говорил, человеку дана жизнь, ее надо прожить возле моря. У него была собака, спаниель, рыжая. Вот он с ней все время ходил, она приезжала на базу с ней. Мы его так бывало. И вот у него там такая умненькая, и вот он тапок свой положит, и пацанам говорит, ну возьмите тапок, заберите. А тот иск охранять. И вот это, и мы так собаку окружали так со всех сторон. И этот тапок же хотели забрать. А тот вот так вот юлой там крутился и нападал, то есть, чтобы так тапок никогда мы не могли забрать тапок. Как бы мы его там со всех сторон не окружали, там, но тапок мы не могли забрать. В Волгограде играли со «Спартаком», как раз когда мы боролись за золотые медали, выигрывали после первого тайма 2-0, вышли на второй тайм, они нам за 10 минут два мяча забили, сравняли счет, и на 85-й минуте, по-моему, они нам забивают третий мяч, и Прокопенко встает, полный стадион, 40 тысяч, он встает и пошел в раздевалку. Идет до раздевалки и подходит к угловому флажку, и в это время Веретенников забивает третий мяч. Он даже не поворачиваясь и не радуясь, идет дальше. И пошел по ступенькам, и в это время мы на 92-й минуте забиваем четвертый мяч. И мы заходим в раздевалку, он говорит, теперь, когда будете проигрывать, я буду сюда уходить. Играли мы игру, по-моему, с Нивой. Проигрываем, я забиваю один гол, второй гол, там с рикошета, то есть 2-1, и мы еще в меньшинстве играем, там Пестряков получил травму. И был пенальти, до этого, по-моему, по счете 1-1, еще Зубов пошел бить пенальти, то есть он тогда бил пенальти, и не забил, еще помню, тогда Прокопенко такой, а мы уже выиграли в раздевалку, когда уходили, он злой такой, говорит, Гена, если, говорит, даже весь стадион будет кричать «Гена, иди бей пенальти», ты не иди, пускай воробей идет бьет. Да, этот случай был после первого тайма. Я не забил пенальти. Ну, проходит буквально немного времени. Мы играем дома со «Спартой». Пришло много болельщиков. И воробей пенальти не забивает. Ну, и играем дальше. Мы забиваем гол 1-1. И в конце матча расстрел, по-моему, от Элькина, попадание. Белик бьет поворотом, защитник играет рукой. На 87-й ставит пенальти. Ну и тогда решил, был уверен в том, что забью, сразу взял мяч, поставил. Конечно, наверное, Виктор Евгеньевич переживал, и переживали болельщики, но у меня была уверенность, что я его забью. Я его забил. Он же не ругался. Не ругался, это когда уже посмотрел на нашу игру, то начал ругаться.
частенько приезжал при возможности, когда он был в Одессе, он всегда приезжал на базу. Они же как бы с Семеном Йосичем друзья и общаются, ну, общались постоянно. И он всегда приезжал и рад был видеть меня, обнимал как сына. Настолько было приятно. Авторитет, естественно, даже вот приезжая на базу, все говорят, о, Прокопенко приехал. Финал был Кубка Украины. Уже Луческу сидел, но он не был в качестве главного тренера. Я тогда уже как-то перестал попадать в основной состав. И то, пока временно там на 4 игры поставили Виктора Евгеньевича тренировать. И то он ко мне подходит и говорит, Андрей, ну давай, у тебя есть там 4 игры, где я могу тебя тогда поставить. Это был мой тренер, мой. Поэтому я себя ощущал, ну как за каменной стеной.